Скоро вернусь. Да, все. Прошу прощения. Внезапно началась на параллельном стриме игра. Это у нас Тиаш против Хавка, правильно? Блин. Разобраться еще, кто есть кто. Так, кто есть кто? Надеюсь, мы не синие. Ну, покажите хотя бы кого-нибудь. Синенькие просто убегают. Не показывают нам, не наводят курсором, блин. Не надо, оставь. Спасибо. Да, Хавк синий, этого я боялся. Да, он вроде тролля одного подрезал, но в остальном... Так, у нас неплохие артефакты. Побежали ополченцы сражаться за маркетплейс, видимо, будем, да? А здесь никуда не бегут, ребят. Может быть... Ну, Хавк, конечно, прочитал, что придется посражаться здесь. У него футмены, конечно, мега битые, как вы видите. Подрезает одного. Хороший диспл. Подрезает элементаля большого. Подрезает еще одного огра. Теряет, правда, рабочего. Не доконтроливает немножко Хавк. Голубого огра хочет отзонить и убить. О, это хорошая, кстати, тема. Добил, кажется, добил. Да, добил Хавка. Взял артефакт. Правда, потерял тролля. Ресталисных троллей. Как же Тиаш тоже отконтроливает прекрасно. Ну, Хавк тоже спас своего футмена, смотрите, справа. Тут деф появился уже. Ох, надо отступать уже. Надо отступать, лечиться. А что за артефакт-то выпал? Добил своего элементаля. Хавк, конечно, контролит очень хорошо. Очень хорошо контролит. Ну, как-то нужно отковыриваться здесь. Подлец подрезает у нас тут зеленую точку. Так. Пытается отогнать врага. Там уже минус. Минус огр, из которого артефакт выпадает. Переключается на тролля. Блин, Тиаш выкупает еще одного жреца лесных троллей. И спасает своего тролля-берсерка. Там большой бутылек маны, конечно. Ой, в смысле, жизни выпал Хавку, это хорошо. Он может четвертый собрать уровень довольно простым способом, добив троллей. Но Тиаш вообще не отходит, понимаете? Просто не отходит. Собирает наших мурлоков. Собака. Собирает наши артефакты. И тоже получает четвертый уровень. Выбил, тут же отступил. Молодец. Ну, не совсем, правда, четвертый у него, как вы видите, но... То, что он выбил артефакт, это уже неприятно. Тиаш, конечно, грамотно забирает. Пытается забрать еще огра с магазина. Хавк туда бежит. Покажите нам магаз, пожалуйста. Там, может, удастся добить. Да, Хавк не хочет отдавать. Диспл от троллей, но одного тролля добивают. Правда, тролли вражеские добивают. Будь они неладны. Хавк пытается отконтролить футов. Хорошо добивает тролля одного. Там еще битые футмены. Маунтин Кинг выходит от Тиаша. Очень близко. И есть. Выбивает артефакт. Нет, не почему не взял-то? Ё-моё, там фуловый АМ, что ли? Почему? Нет, не может там быть фулового АМа. Выложил, пропил. Господи, как же криво. Он почему-то не взял Replacement Potion. Я не знаю почему. Два молотка тем временем Тиаш отдал. Приходит наш МК. Приходит же наш МК. Он же вроде по центру идет. Да, по центру идет. Тролля не хочется отдавать. Стоит, наверное, один молоток в левого элементаля прокинуть, чтобы реген маны просто шел. И чтобы он никуда не отошел. Ну, чтобы время не терять. Блин, вот на равных играют вполне. Тиаш и Хавк прибегает, блин, правда, Хавк на экспанд добивает забытого, ошибается Тиаш, видите, футменом. Очень красиво, конечно, Хавк. Ну, то есть, 2-0 в группе, убила инфи, и вот такая вот первая игра с Тиашем.
Главное, чтобы сил ему хватило на это все. Да, ну сейчас тебя аж наверстывает упущенное. Очень хорошо крепит Мурлоков опять. А хап теряет время. Мурлоков очень быстро забрали. Два футмена на каком-то странном харасе. Слышь разведки, не знаю уж как это понимать. Пошла нычка и от Хавка, и от Тиаша. Причем у Хавка пораньше, но у Тиаша лимиты, кажется... Нет, так, такой же лимит, 42. Но у него должно быть по опыту лучше все. Как раз из-за забранных мурлоков. 4 М, 2 МК, скорее всего. Тут 1 МК у нас. Есть Энвул, правда. Там такие артефакты МК. Пошел в пристов Хавк. Там футменов. Минус прист, минус фут. Еще же, если лесных троллей сейчас должен умереть. Да, умирает. Менты подходят. Тролля, тролля, тролля до контроля. Блин, молоток в тролля. Там тоже молоток в тролля. Обоюдное лечение. И обоюдное умирают они. Вражеский МК получает левелап. Магическая вышка хорошо постреливает по МК, по архмагу. Второй МК у нас тоже. Хорошо, постреляли по вражескому МК. Блин, Хавк молодец. Еще один молоток, он отбивает экспанс свой. 35 лимита на... 35 это у инфи. Ой, в смысле у Тиаша. А у Хавка должно быть больше, где-то 42, я думаю. 42-44. Но Тиаш, конечно, очень нагло себя ведет. Ой, добил, добил, молодец. Смотри, смотрите, 5 АМ у нас уже. Я не верю просто, 5 АМ у нас. 3 элементали. Хавку сейчас нужно просто делать разведку. У него 40... Сколько лимита? 44 лимита. Герой получше. Минус еще один футмен. 39 у Тиаша. Что? Я передаю, пользуясь случаем, передаю привет пацанам, которые писали в чате до начала. Типа, шанс у нас, у нашего нет. Вот, но по игре уже видно, что... Это как минимум равная игра. Как минимум равная игра. Инвулы, конечно, тут затарены хорошие. Армии из пристов. Просто армия из пристов. Может, там Т3 какой-нибудь дикий, я уж не знаю. Так, здесь. Тиаш. МК вырывается вперед. Вообще, можно его глушить молотком и выжигать ману, учитывая то, что у нас уже 4 брякера есть. Так, это очень бодрит. Блин, главное сейчас не расслабляться, доконтроливать. У нас преимущество по экономике. Хороший фокус идет. Вовремя отвел, короче, наш хавушка Маутон Кинга. Сейчас можно ответить таким же молотком, хотя может по пристам работать. Опять отводит Маутон Кинга. Да-да-да, он по пристам работает. Подрезает приста, сам отводит своего Маутон Кинга. МК отступает. Почти 3-го уровня МК, между прочим. Задиспелить элементали вот этого и будет 3-й. Нет, МК же отошел. Блин, МК отошел, опыт не получил. Присты гонят вражеских этих. Что-то на экспанде, кажется, кто-то из наших харасит на экспанде. Убивает рабочих, кажется. Чуть-чуть осталось, буквально чуть-чуть. До 3-го левела Маутон Кингу. Пристав этого убить. Красиво, конечно, отконтроливают оба. Еще хороший приз, отлично. Третий Маутон Кинг, второй молоток. Сейчас можно уже в МК гасить, между прочим. Вторым-то молоточком. Там, кажется, маны не будет. Элементали. У нас все еще третий. Там не пятый АМ. Пытался добить своего элементаля даже. Надо срочно кого-то отправить на экспанд. Если еще, все еще там никто не орудует, надо идти. Ой, хороший молоток. Можно подокружить. Окружает второго вражеского Маутон Кинга. У него инвул. Переставляет, спасает. Вот это контроль. Только до контроля этого правого. Все, еще. Телепорт пытается передать. Передает телепорт. И он еще брекера спас. Офигеть, только вот сейчас не потеряй брекера. И подрезал приста. Вы видели? Ой, сейчас своего брекера проатаковал. Никто не видел этого. Не, ну это просто уничтожение. То есть правильное окружение, подблочил, увел битого, отконтролил, подлечил его. Ну, минус ТП. Закуп на магазе. Еще приста подрезал на развороте.
Лимит уже более-менее, блин, сравнялся. Сейчас, не дай бог, еще Архмаг получит пятый. Не хватает. Третья МК, тем не менее. Мы приходим к врагу на экспанд. Магическая вышка. Лучше, конечно, не лезть так близко, потому что у нас битый брейкер. Битый брейкер. Может, там по... Мне кажется, там потеряем брейкер. Блин, и Архмаг пятый. Еще, блин, далеко не все. Еще поди этого Тиаша добей. Какие там грейды, интересно, надо посмотреть по брейкерам. Баш хороший заходит. Не знаю, надо пользоваться как-то. Там пошел молоток. Ой, свиток шикарный. Вот он, свиток купленный. Вот это грамотно было. Распределил максимально дамаг. Пытается в Маунтин Кинга упереться. Теряет одного брейкера, теряет второго, не доконтроливает Тиаш. Окружение, окружение на Маунтин Кинге, великолепно! Инвул, второй, блин, окружает нашего МКУ. У нас есть Инвул, но Тиаш не умеет окружать. Что? Вот это ошибка. Ну, это наглость, на самом деле, за это надо наказывать. Ну, реально, вот зеркальные ситуации, Хав доконтроливает, Тиаш не доконтроливает. Есть ли молоток в Маунтин Кинга вражеского? Там Инвул уже закончились. Там Инвул уже закончились. Еще минус брейкер, вражеский брейкер причем. Перегруппировывается хавк. Можно отойти за свитком в магазин. Вот это хорошая, наверное, идея. И инвул купить, и свиток купить. Нет, не хочет отступать. Короче, хочет проатаковать просто магическую вышку, чтобы она уже не... Ну, чтобы не было минусов в сражении здесь рядышком. Все, петухи кукарекают, утро настает. Свитков нет, инвулов нет. Хавк давит. Главное сейчас не законтролиться. Молоток вражеского Маунтин Кинга. Хороший фокус. Выжигает большое количество маны. Это был безусловно плюс. Вызывает элементали для того, чтобы тот коцал рабочих. У нас почти... О, у нас есть инвул, кстати, у МК. То есть даже если бы там было окружение, ничего сверхстрашного не было. Падает прист. Не доконтроливает и своего приста хавк. Это безумный, конечно, миррор. Но падает еще брейкер. Я не могу поверить. Хавк, судя по всему... Нет, молчи. Четвертый левел Маунтин Кинг, там третий левел МК, только наполовину четвертый. Колоссальное преимущество, падает еще один брейкер. Хавк давит. Почти 6 АМ, скорее всего. Инвул пошел, серьезно, инвул, зачем? Подрезает одного приста, второго, скорее всего, возможно, даже третьего. Вызывает элементалии, соответственно, там нет добычи на экспанде. Шансов у Тиаши в этой конкретной игре крайне мало. Потому что тут уже 80 лимита, штамповка идет вовсю. А у тебя экспанд, гол как сокол. Фокус по вражескому МК, он очень красный, мана минус. Баш хороший, проходит. Архмаг 6 уровня. Скорее всего, третья аура, потому что массовый телепорт здесь особо не нужен. Перегруппироваться, потому что позиция не очень хорошая. Да, наверное, третья аура, и все, и пошли чуть назад. Делаем грейды брякером. Экспанд не работает, как вы видите. Там осталось буквально пара рабов. Вынужден новых рабочих подводить сюда. Не сдается Тиаш. Выкупил огра Маулера. Он очень битый. Молоток не жалеет, убивает приста. Маулера фокусят. Доконтроливает еще брейкера. Смотрите, одного, второго хавк. Хорошо. Хорошо. Не хватает, блин, свитка, не хватает инвула. Падает Маулер. Очень битый, конечно, брейкер. И у нас, и у врага. МК немножко залез вперед вражеский. Посмотрите, можно попробовать, если есть у нас мана, окружить, убить. Нет. Фокус по нашему МК. Падает еще один прист. Очень битые брейкеры. Ну и у Тиаша тоже. У него 60 лимита на 70 с небольшим у нас. Элементали очень грамотно отконтроливается. Правда, вот МК очень-очень впереди, и у него маны дофига. 250 у него маны. Как так получается? Хавк снова давит. Массовый телепорт все-таки. И на магазин в идеале, конечно. Молоток влетает в Архмага. Может быть, это и развод был на... Ну, то есть нам особо телепорта и не нужен был здесь. Сражение продолжается, у нас лимита больше. Как бы не пожалел об этом Тиа, что кинул молоток. Кидает еще один молоток в Маунтин Кинга. Стенка на стенку. 62 лимита, но все такое красное. Смотрите, какие брейкеры красные. Надо давить. Пытается сейчас отчаянно в нашего Маунтин Кинга. Минус один брейкер, минус второй брейкер, минус третий брейкер. МК уходит. Красиво. Блин. Это лучший хуман мира. Я не про хавка. Но пока не про хавка. Брейкер побежал типа на развод, на массовый телепорт. В это время умирают все оставшиеся рабочие на экспанде. До свидания. Сейчас сделать молоточек и сделать массовый телепорт.
Ну и все, и орудуем просто изи. Я в шоке. Молоток хороший. Фокус по вражескому Маутен Кингу. Я бы вышел, на самом деле. Баш прошел, до свидания. ГГ, пишем, выходим. Как я жалею, что это была игра не на сцене. Я так бы хотел посмотреть на эмоции. Воу! Эй! Эй! И beyond the game. Ну что? Друзья. Вы понимаете вообще, что как бы это вообще заявка на топ? Особенно если там эльфы повылетают от того же самого инфитиаша. Нормальная зеркалка, хороший контроль, и это может быть вообще топ. Так, для начала мы должны выйти из группы, попасть в топ-4 игроков. А там как фишка ляжет, потому что реально в полуфинале может быть тот же самый Тиаш или Инфи. А Мун с Лавлиетом, если выйдет, конечно, там кто-то из них. Я в шоке. Короче, все в руках Хавка. По игре он, ну вы видите, он может. Причем, самое главное, что это не халява. Это типичный мирор, длительный мирор. И это бо 3, инфи 2-1. Сейчас пока ведем 1-0 у Тиаша. То есть это, ну, 4 игры по факту прошло. Полноценные, длительные 4 игры. Не халява, не раши. Не какие-то там, ну хотя у него экспанд был, но там экспанд на Т2, это такой экспанд ожидаемый и с продолжением, короче говоря. То есть обнадеживают игры, обнадеживают. Блин, император, наверное, смотрит на эти игры и думает, блин, изи 25к. Черт. Класс. Я по этому поводу доем бутер. А, и что немаловажно, это Китай. Ну, я к тому, что нет никакого у них там у врагов джетлага. Это их родная вообще стихия. Тут, ну, то есть, ты не в некомфортной для себя среде играешь. Ты в чужой стране, в чужой обстановке. Они у дома у себя играют. Там спрашивают, Хавк же выиграл Тиаша 2-1 или что за игры? Да, он выиграл Тиаша, сейчас играет с Инфи, ведет 1-0. Все нормально. Ничего не напутали. Так, ну что, поехали. Почему такое мыло? Это HD? Это Full HD? Битрейты бы навалили побольше, пожалуйста. Но на зданиях китайцы не ктяж. Они тоже путают. Так. Болеем за синего. Да ведь? Как думаешь, Хэппи сейчас жалеет, что не поучаствовал? И мне не подвластны эмоции императора. Если бы мне посчастливилось быть на его месте,
Конечно, я бы старался и стримить, и турниры фармить по максимуму. Пока есть такая возможность. Максимальный засвет. Призовые. Взял бы менеджера, если не хотел бы там договариваться, и мне было бы влом по... Или там вступил в какую-то команду, если не нравятся организационные вопросы, решать там проблемы с всякие с визами. Или персонального менеджера. Император может себе позволить вообще любого, даже топ-менеджера взять. Честер, а почему ты решил, что это призовые до вычета призов, ну, в смысле до вычета налогов китайских? Мне казалось, что они всегда на ВЦГ писали сумму, которую получит человек. Да, хавка у нас синий. Да, Спейл, ты зря отошел, там такая катка была. Причем, опять же, не на халяву. Ты все пропустил, я не знаю, как ты вообще этот, пропустил игры с Инфи, пропустил первую игру с Тиашем. Ты что там, работаешь, что ли? Так, просветочка пошла от хавка, Crystal Ball. Я не знаю, куда, наверное, на мэйне. Lightning Shield, блин, как же ты мне дорог. Падает первый рабочий сразу же. Да, это баланс, друзья. Это баланс к нам приходит. Так. Ну, начало хреновое, там минимум один рабочий. Нас заставили еще вернуться, еще есть один заряд Lightning Shield. И он явно его собирается потратить. Таким же способом. Желательно не пропустить его на мейн. Да, увидел. Нет, хавк увидел, но понимает, что нужно отвлечься. То есть и крипиться нужно, и отбиваться нужно. Как? Сейчас опять ЛС будет. Хотя очень битый вражеский АМ. Ему надо постараться, чтобы подойти так и закинуть Lightning Shield. Ну, без серьезного риска. Закинет? Похоже, что да. Или нет? Хав получил третий уровень. А, Тиаш получил третий уровень. Черт. Как пытается отрезать фута, добивает. Блин, хавк не может никак третий получить. Как так получилось, блин? Видимо, динаи хорошие. И у нас ботинков нет. Соответственно, нас тут будут ушатывать. Надо делать телепорт после этого выстрела. И прожимать перед этим надо было replacement potion, чтобы он сейчас сработал. Ошибка. Да, начало аховое. Пытается сделать магаз, но тут такой дамаг уже идет хороший, что... Фу. Блин, не отменяет еще лавку. Второй раз хавка. Плохо. И снова приходится отменять магазин. Рабочие приходят такие уже к поломавшейся лавочке. Хороший свет, видит тайминг. Толку не так много. Здесь абсолютный дефолт. Панда добивает еще элементалем. Зоги, вот за досвидули можно в чате очень быстро улететь. Очень быстро можно улететь. Тебя спас только рыжий цвет. Только он. Да, панда дает определенный шанс.
Выбивается камень жизни. Хавк старается быть рядышком. Не, ну, естественно, не сдается, контролит. Перебивает лечение у панды. Все правильно делает. Скажи счет. Счет. Без проблем, обращаюсь. Какое дыхание, ё-моё. Трое футменов еле живые. Но панда, с другой стороны, уже три раза подышала. Как, правда, сейчас отбиваться от этого безобразия всего? Или нет, еще есть дыхание. Надо самому добивать. Не, реген пошел. Хотя архмаг вроде должен был достать. Мэллоис. Хавки тяж. Топ-1 и топ-2 в группе. Шок. Ни мун, ни лалайт, ни инфи. Это минус... Нет, минус камень, короче. Лжезамах? Нет. Ну, я думал, замахнется, просто чтобы он прожрал этот камень жизни и все. Там что, был бутылек маны, что ли, был сейчас у Маутон Кинга? Я не увидел. Он пропил? А, и тебя еще ставят нычку. Прекрасная разведка, кстати, от Хавка. Просто великолепная разведка. Плюс Харас еще одновременно. Ну что, вовремя спаленная нычка — это большой бонус. Не знаю, правда, сумеет ли подготовиться или нет. Сорочки престыз. Кстати, зачем сорочка? О, отменил нычку. Красава. И пару рабов можно ушатать еще. Смотрите, минус... Минус один. Валь0 НТ поддержал ваш канал. Вальмон, на 300 рублей, привет. Сообщает WCG Warcraft. Да. Кажется, мы опять в 2006. Красота. Привет, Вальмонт. Да, старик. Ну что, отменил экспанд, это уже хорошо. При этом, ну правда, сейчас придет, попытается привлечь внимание. Убивает еще одного рабочего, правда, теряет приста с очень высокой вероятностью. Хотя диспл делает приз от безвыходности. Нет, дыхание, ах ты. Я думал, не доконтролил все-таки тиаж, но нет, доконтролил. Еще один молоток, Хавк цепляется просто, подрезает, и подрезает артефакт, тиаж ошибается. У него четвертый архмаг, кстати. Не добил немножечко. Панда критует. Панда дикая. Пытается прикрыть. Брейкеры пошли. Вообще вот с появлением брейкеров первая сорочка теряет смысл, какой бы то ни был. Ни было. Потому что слоу перекастовывается, изи. Найтман говорит, Хавк еще и первый тяж выиграл, офигеть. Он еще инфи выиграл, 2-1. Ну что, с богом. Выходит снова на экспанд. И тут же Хавк делает разведку. Блин, он вообще играет просто превосходно. Я его уже столько хвалил. Может быть, зря, конечно. Перехвалю. Но он прям играет очень четко пока что. Potion of Greater Healing. Что ж поделать, придется жить как-то с этим. Ну там панда сильно, сильно здоровее. И архмаг сильно здоровее по уровню. То есть там 4-3 на 3-2. Разница колоссальная, конечно. Идет Харас. Здесь уже выбит артефакт. Покупает флейту. Вот, интересная тема. 400 голды, 10% урона. Всем. Рахмагу, элементалям, кастерам. Так. Меня пугает, конечно, высокий уровень героев. И то, что у Тяши уже экспанд. Да, и, к сожалению, на крипинге нам тут не поймать. 4 АМ. Блин. Панда, конечно, не такая сейчас полезная уже. Как раньше против футов. Хороший молоток, фокус.
по панде. Innerfire перекастовывается снова в другой. Слоу тоже перекастовывается. Сорочка подставляется. Архмаг, кстати, подставляется. Без ТП. Без ТП, Архмаг. Без ТП, Архмаг. Без ТП, Архмаг. Да ладно. А что? Это наш Архмаг без ТП? Или это наш Архмаг без ТП? Подождите, подождите, там... Ну тыкни опс на героев-то, ёпр СТ! Мне казалось, там тамаем вражеский. Мы ставим базу, как вы видите, догоняющую, типа. Панда с ботинками подходит, критует хорошо. Красиво критует. Мы тоже убиваем одного приста, подставляем, правда, Архмага. Не, не добили приста. Чудесным образом там контролит, конечно, тоже тяж. Мы за синего и за красного, за синего мы. Синий мог кинуть в красного молоток. Блин, тут еще рабочий. Да, тяжело будет. Надо сейчас отбиваться от этого. Так. Размен вообще был в плюс, между прочим. Но врага 60, нас 50. Я не знаю, как с этим справиться. Панда полупустая. Архмаг. Архмаг, Архмаг. Нет, у нее есть ТП, сори. Это у нас Архмаг без ТП. Скорее всего. Да, пытается окружить АМа вражеского. Как же классно блочат своими брейкерами. Вот врага уже существенно больше. Почти третий, почти четвертый АМ. Только сейчас. И главное, что с экспандом у нас там беда. Свиток, скорее всего, перекупит сейчас враг. Второй ауры нам пока... Как же он контролит, а? Я не успеваю следить. Битый прист еле живой, но уходит. Нет, не уходит. Все, четвертый уровень. Но его тупо больше. Отступает Хавк. Сначала было отвратительно. То есть вроде контролит хорошо, но... Уже в роли отстающего сейчас. Почти четвертая панда. Четвертая панда. ГГ пишет Хавк. 1-1. Так, не скисаем. Пропил, пропил бутылку. Внизу, когда они сражались. Да, близко. 1-1. Ну, начало вы помните какое. Харасил, выше по уровню был. Футменов подрезал. Нита переподписан 3 месяца. Так, это у нас за на завтрашний день расписания. Написано Thanks for watching, типа расходимся, но не верьте. Как минимум нас ждет еще игра решающая третья. И мне казалось, что сегодня... Это последняя все-таки игра на сегодня. И по расписанию, и вообще... У нас Гул скинул куб. Дадим ему шанс. Старик, не говорите, вы этого не можете знать. Вы знаете, кто этот мощный старик? Не говорите, вы этого не можете знать. Вы знаете, кто этот мощный старик? Не говорите, вы этого не... Да. Там есть на сайте новость интересная. Конкурсом. Конкурс, точнее. Жак переподписан 2 месяца. Фотоконкурс. В общем, последние пару дней просторы интернета заполонили, вы, наверное, знаете, всяческие фотографии известных личностей, состаренных в специальной программе. Питерская разработка. Вот, есть, собственно, Росбрейн с Фогичем.
Вот. Сокол. Блин, плохое качество, конечно. С Хандредом. Ё-моё, такой тоже седенький. Ну, это Баян, это еще в 2006-м БЦГ. Император, как вы видите, тоже такой. Плюс 30 лет. При помощи FaceApp. Ссылочка на приложение есть в новости. Собственно, для того, чтобы принять участие, вам нужно всего лишь взять фотографию с каким-нибудь варкрафтером, состарить ее, ждать результатов. Вот. Ну, как-нибудь хотите, дополнительной креативности, все дела. Будем судить по количеству плюсов. Собственно, пока лидирует нищий Артурчик с баянистой фотографией, которую явно не он делал, это она. Да, вот тут еще есть майкер старый. Вот. Фокус лучше всего получился. Фокус не старится. Программа зависает просто. Да, почему фотку даже не обрабатывали? Да. Да, спойлер, я, скорее всего, буду как... Кстати, состаренная фотография моя тоже со стримфеста. Прям на отца моего похоже лицо. А я такой довольный, когда увидел это. Потому что папашка у меня такой носатый, ушастый, такой улыбчивый, добрый. Я хотел бы в... Сколько ему сейчас? 65 ему? Чтобы так выглядеть. Я худее, естественно, буду, потому что у него со здоровьем физическим значительно все лучше. Ну, молодец. Но я буду рад хотя бы вот близко так выглядеть, как он. Ссылка на прогу в новости. Так, ну что, третья решающая. Хавк синий, Тиаш красный. Конечно, хотелось бы вообще фаворитом выйти, блин. И на самом деле у нас еще нет, несмотря на первое место, не факт, что Хавк выйдет из группы. Да, если он начнет там сайду какому-нибудь сливать или... Ну, в общем, если проиграет завтра, то будет плохо. То есть может не выйти еще, теоретически. То есть там нужна совокупность. Проигрыш слабым и выигрыш слабых у сильных. Но не стоит. Сейчас думаю, что все хорошо. Так, пошел апгрейд. У Хавка надо посмотреть тайминг апгрейда, кстати. Бегает фут еще по базе, гад. А здесь, кстати, нет апгрейда. Делается пораньше магическая вышка. И именно сюда были вложены ресурсы, лес главным образом. Да-да-да. Отец разок заходил в гости и на трансляцию его посадил. Это был XCOM. Скидывают фотку. Шикарно. Ладно, давайте к игре, не отвлекаемся. Хавк вроде как контролит перемещение врага, получает третий уровень, ему упадают варды. Варды ставит, блин. Да, ставочку делает на Харас. Черт, ведь отменит вышку, гад. Отменяется магическая вышка, к сожалению. Начинается Харас. Минус рабочий. Майнинг тайм еще минус. Тролля выкупил сейчас, как вы видите, Хавк. Даже если лесных троллей забегает вперед, надо ополченцев возвращать на добычу. Вставить вард здесь и убивать вражеский вард. Ты же знаешь, что здесь вард. Не дотер, не дивардит. Сегодня после варика трансляции будут. Если только вечером, но сразу после варика точно не будет стрима. Я пойду посплю часок. Да, вот. А вот Тиаш дивардит хорошо. Где он ауру читерскую взял? Причем с читерской. Вампиризм не читерская аура в такой ситуации. Для кого? Для двух хотменов несчастных. Нужен трушот. На брекеров не действует вампиризм.
кажется. Ну, не должен, по крайней мере. На Хантрес же не действует, на Half Mill. Ну ладно, у него еще два фута от дома есть, на них будет работать. Да, Хавк девардит. Но глаз на базе у него так и остался. Магазин желательно надо было брать вообще вражеский магазин. Я не знаю почему. А, там может быть вообще экспанд. Ничего себе. Вы видите, тяж довольно нагло идет ставить эксп. Хавк, блин, не подставляет элементаля. Подставляет всех, кроме элементаля. Ну, ё-моё. Большой бутылек маны. Повезло. Нам повезло, друзья. Вот как следствие, все красные футмены. Возвращается Архмаг на базу. Это все видит. А, увидел сейчас Хавк, что Тяж пробегал по центру и ушел на юг. Там он делает нычку. Он делает нычку, гад. Но Хавк опять с великолепной по таймингу разведкой. Шикарно просто играет в плане разведки. Особенно. То есть Хавк прекрасно читает игру. Просто замечательно читает игру. Он приходит тогда, когда надо. Кажется, убил еще рабочего последним выстрелом элементаля. Да, и прямиком на эксп. Правильно, лучше разменять телепорт. Настроившуюся нычку. Тупо по деньгам выгодно. Главное, чтобы не успела достроиться. Давай, успеем? Сколько там по прогрессу? Можно успеть! Не, не успевает. Уже не успевает. Дефенса нет, к сожалению. Маунтон Кинг зато у нас есть. Вот это хорошо. Тролляда контроль. Минус Берсерк. Три жреца лесных троллей. Четвертая АМ. У нас тоже четвертая АМ. Панда приходит вражеская. Блин, дышит хорошо. Сейчас надо троллей забрать. Там нет магической вышки. Тайминг шикарный просто у Хавка. Просто шикарный. То есть он пришел, когда ничего еще не готово. Деньги потрачены, толку нет. Убить бы, конечно, еще этих троллей. Блин. Он теряет своего тролля, берсеркера. Теряет своего тролля. Подходит голем еще. Убил одного тролля и пытается убить второго. Да, добивает второго. М-ку можно потерять. Да, М-ку теряет. Это плохо. Да, у нас раньше Т2. Да, у нас... Нет, не раньше Т2. Не особо раньше Т2. Пытался добить голем со слоу. Как бы сейчас на телепорт еще не развели, блин. Да, он за рабочим оставался. Пристада контроль. Блин, еще один минус приз. Да, те же дикий. На мерках отбился. Просто отбился на мерках. Пошла вышечка. Волнуюсь, я переживаю за него. М48 лимита, очень активно продолжает криптостяж. Догоняющий экспанд от Хавка. Да, единственное, что здесь можно сделать, ну с таким, по крайней мере, архмагом, это вывести в лейт. Там что, 5М уже? Блин, там 5М. Триндец. Как мы так его накормили, а? Все очень плохо. Да, 30 лимит на 50. Ну, растерялся. Может быть, на магической вышке вот в тот момент, что Харас прошел. Может быть, на экспанде вроде они пришли с одинаковым лимитом. На экспанд. Но сейчас просто дико впереди тяж. По общему лимиту, по уровню главного героя. Он почему-то не отводит архмага. Половина опыта просто теряется. Поздно начал отводить. Не, не поздно. Блин, грамотный какой, а. Ему выпадает худ. Не тот, который нужен. Ну, лучший из возможных, короче. Или, подождите, это 4... Это инта Агила 4-4. Это же не медалька, точно. Да, это не самый лучший. Короче, самый плохой артефакт из возможных здесь выпадает. Теряет еще парочку футов здесь на крипинге. Архмаг идет харасить. Мы крипим красные точки. Шансы призрачные, на самом деле. Догоняющий эксп. Крипим красным.
Не пятый МК, ой, не пятый Архмаг, не третий МК. Вот, вот они проблемы наши. 37, будь они неладны, лимита. Кое-как добивает, да, есть телепорт, но а толку? Сейчас будет заходить уже, гад. С дыханием, со всеми делами. Третий МК. Телепорт и панду надо фокусить срочно, пока не сделала второе дыхание. Сейчас дыхание в рабочих. Правда, умер всего один рабочий, но сейчас умрет еще больше. Хотя панда пустая. Молоток в маулера. Пятый архмаг у нас. Блин, уведи рабов, уведи рабов, не сражайся ими там. Блин, хавушка, не надо. Трындец. Поздно уводит рабов, там просто мессакр настоящий. Уведи ментов! Блин. Ну какого хрена? А тут Шреддер нам всех еще рабочих подрезал. Ну, простое же действие, ну. А еще минус 3 раба на экспанде. Это и экспа, и минус деньги, блин. Простое действие. Я молчу. Зоги, ты достал со своими, блин. Хавк пытается выбраться из этой крайне непростой ситуации. Маунтин Кинг, конечно, жжет, подрезает еще тролля. Хорошо харасит, конечно, здесь. Забыл Маунтин Кинга. Прям забыл. Блин, забыл, ну! Молоток уходит. Да, уже начинает вертеть. Без магической вышки начинаются такие разводы, которые законтрить уже нереально. Панда фуловая отдыхивается в сторону Маунтин Кинга. Вся игра идет по диктовку тяж сейчас. 60 лимита у него. Мы там, дай боже, к 50 приближаемся. Четвертая панда. Дыхание. Старается не подставляться, у него со здоровьем колоссальные проблемы. Молоток в тролля. Прекрасное дыхание престов. Минус 3 преста. Сумасшедшие потери. Да, четвертый МК тоже, но... Как же панда тащит? Как же она тащит? На мейне элементаль, видимо, разводит. Хавк теряется, все. Из рук он плохо, он не успевает. Увы, тяж сейчас нам не по силам. Начало шикарное было, но, к сожалению... 40 лимита на 60. Да, пустая панда. Там миллион кастеров. Ну, видно просто по игре, что Хавк уже не успевает. Молоток в несчастную сорочку. Держимся за экс пока что. Чинить магическую. Контролит тоже на чудесах Хавку. Вводит там брейкеров на последних хитах. Падает магическая вышка. Пытается молотком вражеского мага подрезать. Там все уже. Это отчаянный ход. Больше не на что надеяться. Под удар попадают рабочие, при том, что экспант у тяж работает прекрасно. Падает магаз. Панда даже в лете здесь хорошо смотрится, гг. И Хавк все равно молодец. По результатам этого игрового дня он занимает второе место в единственной группе. Начало хорошее, но, к сожалению, не справились. На первом тяж. Второе, там третье, четвертое место, одинаковое количество очков у Муна, Лавлиета и, получается, Инфи. Ну, в общем, пока ровненько. Это последний матч на сегодня, друзья. Я позаливаю сейчас записи на ютубчик, на всякий случай. И прощаюсь с вами. Ориентировочно до вечера. В любом случае, я сейчас хотел бы
чуть-чуть поспать. Потому что стрим идет 9 часов и начался в 5 часов утра. Поэтому надо немножко передохнуть. Ну, приходите на Warcraft завтра. Ну, или сегодня вечером, может быть, фуфашечка будет. Завтра начало также в 5 утра. И с первого же матча мы начнем болеть за Хавка. Хавк Лавлиет. Весьма и весьма непростой соперник, как мы видели. Всего хорошего, пока.